Дивіться сьогодні. Від рук чиновників-аферистів постраждала жінка. Вона втратила 10 тисяч доларів та квартиру у спадок. Новий скандал за участі чиновників. Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник відповіла на питання журналістів. Харківські вундеркінди розповіли свої секрети успішної здачі ЗНО. Найяскравіша подія літа – Summer Opera Fest. Чого чекати від літнього фестивалю? Добірка найяскравіших івентів вихідних в нашій традиційній рубриці «Happy Weekend». Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Я проживала с Майским Владимиром с 2009 года до его смерти 27 ноября 2015 года. Мы проживали гражданским браком. Владимир умер внезапно. Документы, которые на квартиру, которые мы договаривались, допустим, что он сделает дарственную на мое имя, оформить как бы не успели. Я оставалась проживать в этой квартире по проспекту Ильича 127, квартира 28. Через некоторое время пришли двое, позвонили в двери, спросили, кто я здесь такая, на каком основании я здесь нахожусь. Спросили документы у меня на квартиру. Я объяснила, что на данный момент у меня их нет, и я занимаюсь восстановлением техпаспорта на квартиру, хочу оформить и вступать в права наследства. Они мне сказали, что я здесь никто, и находиться здесь не имею права, что эта квартира, так как у Владимира Майского нет родственников, квартира принадлежит государству, Октябрьский район, сейчас Новобаварский. Квартира отходит городу. Я говорю, ну, я вообще буду подавать документы на наследство. Они ходили раз, два, вечером, 9 часов, 11 часов, начинались эти звонки в двери, в приказном порядке, выходите отсюда, вы понимаете, что вы здесь находитесь не на законных основаниях, вы должны отсюда выехать со всеми вещами, либо мы вас выкинем принудительно. Люди представились представителями главы Октябрьского района, Цибульник Татьяны Анатольевны. Документы не показывали. При встрече они представились просто своими именами, Кириллом и Владимиром. А потом, при оформлении, когда документы оформляли, выяснилось полное имя, как их зовут. Миргородский Кирилл Константинович и Овсянников Владимир Владимирович. Предложили такую ситуацию. Они говорят, значит, вы сами документы оформить не сможете. Мы согласовали с Татьяной Анатольевной, что у нас есть к вам предложение. Мы вам поможем оформить документы на квартиру правильные, которые нужны. Все глава администрации вам поможет. Но за это вы должны деньги. Сумма 10 тысяч долларов. У меня как бы таких денег на данный момент нет. И почему я должна за свою квартиру что-то кому-то давать? Приходили и постоянно нервы трепали. Я уже решила, думаю, дай бог, чтобы все так получилось. Решили деньги заплатить им. Мы с родителями продали свою трехкомнатную квартиру. Мама дала 9,5 тысяч. И договором займа у нотариуса Бащинская Людмила Анатольевна мы оформляем договор займа. Но на тот момент они оформили договор займа на 9,5 тысяч, а остальные 500 долларов, которых мне не хватало, я им передала позже, через 3 недели, в сумме 13 тысяч гривен, хотя все равно это получилась общая сумма 10 тысяч долларов. Мы с ними пошли в госконтору возле БТИ. Мы ходили с Миргородским Кириллом, пошли к ним в госконтору, сказали, что я претендую на наследство. Нам сказали прийти завтра и написать заявление в нотариальную контору. Он мне предлагает заехать к нотариусу и оформить на двоих Миргородского и Овсянникова доверенность, чтобы лишний раз с работы мне не отпрашиваться, чтобы эти документы они сами оформляли без меня. А об отчетностях они будут мне приносить
документы, которые показывают, что они сделали, как они. Позже они перезвонили, сказали, что нужно подъехать в БТИ, написать заявление на оформление дубликата техпаспорта на квартиру. Мы подъезжали в БТИ, я ждала в холле внизу, мне вынесли заявление, я заполнила. И Миргородский Кирилл поднялся наверх, сказал, что зарегистрировал мое заявление. Будем ждать ответа документов. Позже, как оказалось, никуда мое заявление не попало. В нотариальной конторе, я позже сама подъезжала в эту нотариальную контору, заявление от моего имени не было написано. И как мне объяснили, что заявление должна писать лично я, без всяких людей, которых по доверенности, там, никто, кроме меня, это написать не может. Они мне сказали, что уже дело мое находится в суде. Я пошла в суд Октябрьского района и сказала, что, говорю, подскажите, пожалуйста, мои представители должны были передать документы в суд на наследство. Они по компьютеру посмотрели и сказали, что никаких документов у них не поступало, и никто заявление не подавал. После этого я пошла на личный прием к Цибульник Татьяне Анатольевне с родителями, с мамой. И на личном приеме Татьяна Анатольевна сказала, что знать их не знает, она публичный человек, они воспользовались ее именем и ничего об этой ситуации не знает. Но в этот момент она очень скоропостижно подняла трубку телефона, позвонила своим секретарям, созвала всех, чтобы были присутствовали в целях неизвестных, для того, чтобы, может, что-то там лишнее никто ей там не применил. После этого она поинтересовалась, где я работаю, и сказала, какая разница, если я там не на очень большой должности, где мне работать, переходи работать к нам на чулочную фабрику, и мы тебе выделим квартиру в общежитии, ну, комнату, не квартиру, комнату в общежитии, и будешь там жить, чтобы не оплачивать арендное жилье. Позже я уже поняла о том, что это был момент просто закрыть мне рот. Чтобы я не ходила и не просила, и не рассказывала всем о том, что кому я дала деньги и за что. На данный момент стало известно через знакомых людей, что квартира эта уже переоформлена на другого человека, на Цибульник Сергея Анатольевича. Позже им же перепродано третьему лицу. Он предоставил документы, что он является племянником Майскому Владимиру, который мой сожитель, умер который. Но по факту я понимаю о том, что за 6 лет моего проживания с ним ни одного родственника у него не было, и никто не приходил и не звонил, и родственники появились только после смерти, когда умер, и с отчетливой и ясной проглядывающейся фамилией главы администрации Цибульник Татьяны Анатольевны, а наследником стал Цибульник Сергей Анатольевич. Взаимосвязь очевидна. Явно человек взял деньги и показывая то, что он даже никогда не желал их отдавать и не собирался их отдавать, с крымской пропиской. То есть изначально уже тогда, когда брались, ну, с моей точки зрения, я имею веские основания так полагать, что изначально не планировался возвращаться этот долг. То есть специально такой человек был субъектом займа, с которого взыскать деньги в законном порядке невозможно. Абсолютно. Открыто уголовное производство по этому вопросу. И я надеюсь, что будет открыто и адекватное разбирательство. То есть будет дана правовая оценка, кто появился в этой квартире, откуда эти люди взялись. И если они не являются родственниками, а по факту мы допускаем, к примеру, если так может быть, что это являются незаконные или поддельные документы, то тогда в результате полученной информации все эти сделки будут признаны, конечно же, недействительными, и в том числе свидетельство, которое выдано нотариусом. А тем лицам, которые непосредственно предоставили нотариус, ну, должны узнать, знал ли нотариус, что нотариус проверял, что видел. То есть если это действительно незаконная операция, то какая степень вины каждого из ее участников. И тогда я надеюсь, что квартира по праву, как объект недвижимого имущества, достанется человеку, которому она должна принадлежать. О чем я так по секрету вам хочу сказать, что куда мы не приходим в райотдел, говорят, а, да, так это все районные администрации так занимаются.
То есть полиция абсолютно не удивляется этим всем событиям. То есть все вот одинокие люди, у которых там в квартире больше никто не прописан, они говорят, так они все на учете, все это контролируется, все это как бы, ничего тут удивительного нет. То есть сколько мы не давали пояснений, ни один полицейский не удивился этой ситуации, ни один. Прокуратура підозрює голову адміністрації Новобаварського району Тетяну Цибульник в уникненні декларування прикрас на суму 600 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба правоохоронного відомства. За даними слідства, під час обшуків в її кабінеті були знайдені коштовні прикраси, які вона не задокументувала за 2016-2017 роки. З цього приводу прокуратура оголосила підозру чиновниці за статтею 366.1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації». Собственно, откуда деньги, такие дорогие украшения, почему вы не внесли их в декларацию? На госслужбе, в органах местного самоуправления, я работаю с февраля 2011 года. До того я вела совместно с мужем бизнес. Моя семья всегда хорошо зарабатывала. Более того, что касается ювелирных изделий, которые вы видели в средствах массовой информации у меня дома. Моей маме 77 лет. Она уже их не носит, она на пенсии. В 2013 году умерла моя свекровь. Мой муж – единственный сын. Там большая часть, которая досталась по наследству. Оно все старое. Если вы внимательно рассмотрите фотографии этих изделий, мы будем требовать экспертизы, все это по мере следствия. Что касается приобретения, так вот, последние годы я золотые изделия не приобретала. Я в основном ношу цветные камни, приобретая их в Египте, в Таиланде и так далее. Что касается денег, мой муж частный предприниматель с 1997 года. Доходы мужа задекларированы. Прокуратура указала в своей подозре, где они мне вот вчера вручили, что какой-то комплект гарнитур стоит 350 или сколько-то там тысяч. Вы знаете, я готова им продать даже за половину. Пусть они у меня его купят. Это очередная попытка дискредитации городской власти, членов команды городского головы. Объясните, пожалуйста, почему эти украшения все-таки не были задекларированы? Согласно действующего законодательства, они не должны быть у меня задекларированы. Потому что я буду предоставлять домашний архив, фотографии, потому что все то, что у меня было до подачи моей первой декларации, я не должна делать оценку. И, во-первых, я хочу вам сразу сказать, там нет дорогостоящих изделий. Скажите, какие у вас самые дорогие украшения? Самые дорогие украшения, я вам скажу, если я так понимаю, что они говорят о тех украшениях, которые есть, то это я все время, если посмотреть фотографии, которые есть, я все время его носила. Это украшения, маленькие сережки, кольцо и подвеска с жемчугом, и там маленькие осколочки. Но оно может стоить, но я не знаю по оценке, 20, 30 тысяч ливен, понимаете? Не 357. А те серьги, которые сейчас на вас? А которые сейчас серьги, пожалуйста, могу подарить. Это камни, купленные в Египте с цирконами. А что там было не задекларовано? Можете сказать? Я не повинна була декларувати те, що я мала до першого е-декларування. Я не повинна була робити оцінки маючого майна. Среди наших выпускников 15 получили 200 баллов по математике, физике и химии. Из них трое получили два раза по 200 баллов. Это математика и физика. И еще хотелось бы отметить, что среди них призеры международных олимпиад по математике, физике и химии, члены сборной Украины на международные олимпиады по математике, физике, астрономии и химии в этом году. Поэтому у ребят еще предстоит очень жаркое лето. Мы им желаем, чтобы все получилось. Очень много составляющих, которые влияют на результат. Это и, конечно, дети.
это поддержка родителей, это педагогический коллектив, материальная база, система работы, система сотрудничества с вузами, в частности, с Национальным университетом Каразина, плюс система работы и подготовки в городе вот, ко всем интеллектуальным турнирам, материальная поддержка учителей, которые этим занимаются. Ну, то есть, очень много составляющих. ЗНО по математике 200 баллов. Не сказал бы, что это было сложно, но и не то чтобы легко. Потратил на это достаточно времени на самом ЗНО. Закончил работу за 10 минут до конца, все остальное время решал задания, проверял их, поэтому не сказал бы, что это была прогулка. Подготовка в течение года, ничего сверхъестественного для того, чтобы готовиться к ЗНО, я не делал. Просто ежедневное посещение школы. И также кружки по математике каждую субботу, на которые я хожу с 5 класса, на которых нас подготавливают к всеукраинским олимпиадам по математике, турнирам. Получалось в младших классах, ходил в Малокаразинский университет, там занимался потом, узнал про физико-математический лицей от папы, потом сюда ходил на дополнительные кружки на Эврику здесь, потом написал олимпиаду вступительную в лицей, написал успешно, и меня взяли, и вот здесь уже, так сказать, меня более интенсивно познакомили с миром математики, и мне понравилось. Своим друзьям школьным хочу пожелать, чтобы они знали, чего хотят от жизни, и никогда не терялись в ней, и всегда знали и понимали, что они делают и зачем они это делают. Было легко, на украинском не хватило знаний, потому что не готовился. 182, не добрал 18. Я буду готовиться к Олимпиаде международной по физике. Будет с 21 по 29 июля в Португалии. Подготовка включает в себя прорешивание предыдущих Олимпиад, проделывание лабораторных работ и вообще изучение физики в более полном объеме, чем школьной. Физика ближе, наверное, потому что она менее сухая, чем математика. Вот, и объясняет больше. На самом деле ЗНО у нас, на самом деле, что бы ни говорили, ну, вполне умеренная сложность, уже есть опыт его составления, я понимаю, что... И написать его на 200 баллов, это, ну, уже не героизм. Значит, да, это просто говорится о высоком уровне подготовки. Конечно, я не знаю, кто из них напишет на 200 баллов, хотя наиболее вероятные были как раз вот эти ребята, которые здесь сидят. Большую часть первых дипломов на всеукраинских олимпиадах по математике и физике вот забрали именно эти дети одного учебного заведения. Этот сезон очень был богат на звезд, которые принимали участие в работе нашего театра. Это Людмила Монастырская и Мария Максакова. Это вчера на открытии фестиваля в опере «Пиковая дама» был солист одесской оперы Шульц, тенор, который блестяще провел спектакль вместе с нашим главным дирижером Дмитрием Морозовым. Вот, но я всех приглашаю на этот фестиваль. У нас в этом году фестиваль проходит практически более 2 недель, около 20 дней. В рамках этого фестиваля будет показана очередная премьера, я вот повторюсь, с Олегом Владимировичем, это «Сват мимо воли» нашего харьковского композитора Губаренко, Народного артиста Украины, лауреата премии Шевченко. И также, помимо наших премьерных постановок, которые были, мы взяли спектакли из Золотого фонда. Это «Пиковая дама», которая вчера была, «Дон Кихот», который будет сегодня показан с участием наших гостей. 3 июля у нас будет показана «Кармен» с солисткой Национальной оперы Анжелиной Швачкой. Ну и далее премьеры. 8 мы закрываем с Марией Петровной Максаковой спектаклем «Отелло» премьерой этого года. «Дон Кихот» тоже один из наших любимых спектаклей, учитывая то, что каждый раз, когда мы приезжаем в Испанию или Италию, а это именно спектакль про жгучих испанцев, каждый раз у нас спрашивают испанцы, как пройти куда-то в булочную, и обращаются к нам на испанском, на итальянском, как к местным. Поэтому для нас южный темперамент очень близок и приносит нам такое эмоциональное удовлетворение. Как ни странно, но харьковская публика, она очень театральная,
и очень позитивная. То есть это Харьков, это один из тех городов, в которых принимают, ну так как мы артисты балета, принимают балет на высочайшем уровне. Публика знает, где хлопать. Публика знает, что нужно, чтобы поддержать артиста. Для привлечения более масштабной зрительской аудитории мы решили сделать ребрендинг и назвать наш театр «Хит-опера». Еще потому, что единственный национальный театр, даже не оперный, а национальный театр на востоке Украины – это театр оперы и балета города Харькова. Это тоже созвучно, хотя название «Хит-опера», оно созвучно и вышло больше из названия фестиваля, который мы презентовали 2 года назад и назвали его «Хит-опера». Цікавий червень так і шепоче. Виходь на вулицю, насолоджуйся літом. Цього вікенду у місті відбудеться безліч яскравих івентів. Ми підготували для тебе традиційну добірку заходів, яким ти можеш присвятити свої вихідні. У кінотеатрах ти побачиш такі новинки. Напружений драматичний бойовик у владі стихії. Ми попали в шторм! Нужна допомога! Прийом! Я тебя люблю. Спускайся в трюм! Только с тобой! Быстро вниз! О, Господи! О, Господи! Держись! Кримінальний бойовик «8 подруг Оушена». Фантастичну пригодницьку стрічку «Світ юрського періоду 2». Мультфільм «Суперсімейка 2». Тебя сверхспособности! Да, малыш! Цієї п'ятниці у розважальному комплексі «Аризона Клаб» відбудеться одна з яскравіших гулянок літа. Перша пінна вечірка «Я люблю піну». Організатори підготували для тебе 20 тисяч літрів піни. А музичним гостем вечора стане прекрасна діджейка «Да Квін». А 23 червня тут відбудеться клубний концерт запального Макса Барських. Цієї суботи у першій столиці відбудеться 5-й ювілейний День музики. Вулиці, проспекти, кафе і клуби Харкова наповняться чарівними звуками. На жителів і гостей міста чекає ще більша кількість музичних локацій, ознайомитись з якими ти зможеш, взявши буклет у волонтера біля виходу зі станції метро в центрі міста або відвідавши сторінку заходу у соціальних мережах. Також до фестивалю, як і в минулі роки, приєднається дівчачий велопарад, який проходитиме в новому інтерактивному форматі. 23 та 24 червня у Шарівському замку пройде арт-фестиваль «Культурний хакатон». Фестиваль стане головним акордом проєкту, мета якого – привернути увагу до Шарівського замку, а також придумати ідеї, реалізація яких перетворить замок у новий, сучасний, цікавий простір.
Фельдман екопарк проведе уікенд активних ігор. 23 та 24 червня харків'яни і гості міста запрошуються на свято активних спортивних ігор, що носить назву «Шар-Ах-Шоу». Ти можеш весело провести час в жартівливих іграх і забавних змаганнях з повітряними кулями, футбольними м'ячами, мильними бульбашками, одним словом, з усім, що має форму кулі. Основна маса заходів пройде в неділю. 24 червня на вуличному майданчику біля Хнатоп проходитиме фестиваль воркаут-культури «Ukrainian Workout Battles 2K18». Це вже другий щорічний всеукраїнський чемпіонат з батлів. В рамках фестивалю буде проведений Кубок мера міста Харкова для спортсменів до 15 років. Це була добірка найяскравіших івентів уікенду. Плануй свій відпочинок разом з командою «Інформбюро».